В ефірі програма «Відзеркалення». Я, Філіп Дикань, як завжди, щиро рада вітати всіх вас. Цього тижня харківські лікарі, та, я думаю, не тільки харківські, але наші місцеві насамперед святкуватимуть визначну подію і значну дату, можна сказати. А справа в тому, що 100 років відзначає Харківський інститут проблем ендокринної патології імені знаменитого славетного лікаря світового рівня Данилевського. Саме Данилевський і заснував цей інститут, на святкування якого приїдуть вчені із багатьох країн світу, не тільки з України. От саме про цей інститут ми поговоримо сьогодні з нашими гостями. Це директор інституту Юрій Караченцев. Пані Юрію, радий вітати вас в нашій студії. Дякую. І професор, доктор медичних наук Оксана Хижняк. Пане Оксано, також радий вітати вас в студії. Отже, пане Юрію, декілька слів хотів би приділити історії. 100 років тому, 19-й рік, ну, часи не такі, хотів сказати, що дещо нагадують, мабуть, сьогодення, хоча, звичайно, найбільш буремні, куди більш буремні, куди значніше буремніше. Тим не менш, змінюється влада, просто нагадаю телеглядачам. Одні приходять, інші уходять, потім їх інші змінюють і таке інше. Але все ж таки у Харкові створюється інститут медичний, який займається проблемами ендокринної системи. Чому так вийшло, що саме цьому вирішили приділити увагу, і незважаючи на те, що такі часи, ну, війна полахала, все-таки заснували інститут саме щодо ендокринних захворювань? Причина, наверное, кроется в том, что именно Данилевскому была присуща дальновидность. И дальновидность не только как ученому, но и как громадскому деячу, как кажут в Украине. И поэтому в те непростые, вы правы, Филипп, часы был создан наш институт. Институт, напомню, был первым институтом эндокринологического профиля вообще на территории всего Советского Союза. Это уже в 30-е годы появился аналогичный институт в Москве, 50-е в Алматі, в 60-е в Києві, ну і так далі. І тут ми перші, можна сказати, харків'яни, як часто буває. Так я вам скажу більше. В 27-м году была при институте открыта клиника эндокринологии, то есть появились первые пациенты. Это была снова-таки первая клиника в СССР, вторая клиника в Швейцарии, в Европе, и третья клиника в мире, после клиники МИО в Соединенных Штатах Америки. Так что мы являемся колыбелью отечественной эндокринологии не только украинской, но и всего Советского Союза бывшего. Ви знаєте, звичайно, поговоримо про те, ну, якщо тоді розуміло, що треба вирішувати якось проблеми саме з захворюванням ендокринної системи, то, мабуть, і зараз вони існують і, звичайно, вирішуються. А хочеться ось про що спросити, як у вас зараз йдуть справи? Бо, ну, те, як, знаючи, як фінансується і наука взагалі, і медицина, якось так, ви, знаєте, просто говорячи, ви живі, здорові? Ну да, вы, Филипп, давите на болевые точки современной науки. Действительно, ситуация с финансированием плохо обстоит у нас в стране. Ни в одной программе постмайданного правительства и ни одного не было еще никогда наука обозначена приоритетом государства. Там, мне кажется, еще при тій владі, яка просто збігла, можна сказати, також не дуже приділяла возможно, увагу. Возможно. Я той ще статистики не знаю, но я знаю о том, что Украина подписала Лиссабонскую конвенцию, по которой, мы же в Европу стремимся, по которой задекларировано отчисление 3% ВВП ежегодно на развитие науки. Закон о науке и научно-технической деятельности, который вышел вот в 2016 году, он в статье 48 приписывает точно, определенно к 2020 году поднять финансирование до 1,7% ВВП. Ну, хочу вам открыть не секрет, не тайну, но, по крайней мере, показать такую цифру, что сегодняшнее финансирование 18-19 года нашей науки это 0,17%, то есть в 10 раз меньше. Ну, тем более Не очень лицеприятно звучит вопрос, а что же сделало, какие достижения современные, приоритетные у науки нашей украинской. Вы знаете, наверное, аграрии удивились бы, если бы им сказали, что можно собирать урожай, не делая посевную. Поэтому не дав ничего науке, не дав ничего ученым, а у нас большой отток ученых в Украине. Если за эти вот последние годы количество ученых в мире повысилось на 20%, то в Украине снизилось на 16%. Если у нас сейчас резко повысился вот возраст, удельный вес, вернее, докторов наук в науке, это не потому, что у нас стало больше защищаться докторских. Просто старая гвардия не успевает умирать быстрее, чем уезжают молодые ученые за рубеж. Поэтому это очень тревожные симптомы, и наука находится вот в такой очень опасной ситуації. Ну, я хотів би все одно... Ваші колеги-ендокринологи, до речі, також їдуть за кордон багато? Ну, именно из нашего института таких прецедентов, слава богу, не было. Но то, что общепринятая, такая общеизвестная тенденция в Украине, это действительно, да, медицинские работники массово уезжают. Не зря вот сейчас Польша, последнее время я смотрел в новостях, упростила или собирается упростить процедуру нострификации медицинских дипломов и врачей, и медицинских сестер, потому как... В комментарии было сказано польскими властями, что если не сделаем сейчас это мы, то завтра это сделает Чехия, Словакия или наши другие соседи, куда также массово отъезжают врачи. То есть это говорит о том, что ситуация не очень хороша. Не пам'ятаю, хто сказав, хтось із видатних політичних діячів, що якщо уряд хоче, щоб їхнє суспільство розвивалося, воно зазвичай думає про науку і починає з науки, звичайно, школи, наука. Давайте дійсно не про погане, а про добре. Так, ви 100-річчя святкуватиме такою потужною конференцією, яка 3 дні буде йти. Ось з яких країн до нас прийдуть лікарі, ваші колеги? Да, Филипп, вы правы, но это не конференция, это съезд, очередной съезд. Съезд эндокринологов, который проходит раз в 5 лет, и вот в этом году... А сам в Харькове? Нет, в разных местах. В разных местах. И вот в этом году именно, ну, дань уважения все-таки нашему институту, повторяю, который был первый институт эндокринологии в стране, этот съезд решено провести именно в Харькове. Мы этому очень рады. Поэтому съезд действительно выдался таким представительством. И будут ученые не только и практики, не только из нашей родной Украины, но это будут и из соседних стран, Белоруссия, Азербайджан, будут и дальние зарубежные, это Америка, Китай, Италия, Бельгия, Польша. Вот, то есть вот такая палитра ученых разных профилей, разных направлений в эндокринологии. Я считаю, что это будет очень интересно. Не говоря уже о действительно серьезных ученых и наших отечественных. Я так розумію, що вашому інституту, вашим колегам є чим здивувати тих, хто приїде. Відкриттями якимось, щось новеньким. Тобто вони не побачать тут те, що вони давно вже пройшли у себе, буду так казати. Ну да, несмотря на вот те трудности, о которых я говорил в начале нашего разговора, тем не менее, все равно на энтузиазме коллектив все равно борется. Я вам хочу сказать, борется за науку, я имею в виду. Я вам хочу сказать, что вот только за последние десятилетия защищено 11 докторских и 28 кандидатских диссертаций. То есть это законченные работы, которые действительно привносят вклад и в науку, и в медицинскую практику. Хочу еще сказать за еще одно направление, которое всегда было традиционным в нашем институте и которое заложил еще сам основатель, академик Данилевский. Это разработка новых фармацевтических или фармакологических препаратов. Скажу так, что за нашу историю было разработано в стенах института 120 новых, оригинальных препаратов, которые внедрены в фармацевтическую промышленность. Это снова-таки первых у свете. Так. Кстати, многие из этих препаратов можно и сейчас увидеть на прилавках нашей страны. Вот вы передали мое питание, до речи, действительно. Да. Есть и новые разработки, но сейчас, конечно, нет такого понятия, как госзаказ, как это было раньше. И поэтому нам приходится самим продвигать наши новые разработки. Ну, это вызывает определенные трудности в в нашому періоді. Слухайте, а от наскільки, до речі, важко конкурувати дійсно з передовими країнами, у яких більше можливостей, але ви таки, як ви сказали, і досі випускаєте якісь нові ліки? Ну, мы не ставили себе задачу конкурировать с ведущими производителями мировыми фармакологическими. Ну вот, но тем не менее у нас сейчас находятся в разной стадии разработки где-то порядка 10 препаратов или потенциальных препаратов самого разного действия. Это, конечно же, и гипогликемические препараты, антидиабетические, это неврологические, связанные с улучшением состояния сосудистой стенки у больных диабетом, то есть уже направлены и на ликвидацию их осложнений. Поэтому вот имеем такой резерв, имеем такой арсенал средств. А наскільки я зрозумів вас, інститут займається не тільки лікуванням і попередженням саме хвороб, зв'язаних з ендокринною системою, а ще й з наслідками, так? Конечно. Давайте трішки поговоримо взагалі про це. От наскільки я знаю, нинішня світова статистика каже, що зараз найбільша смертність через серцево-судинні захворювання, а потім все інше. От щодо, хоча я пам'ятаю, до речі, принаймні в Україні ще нещодавно була проблема із щитовидкою, наприклад, да, захворюваннями щитовидки. От щодо ендокринної системи, її захворювань, наскільки ця проблема стоїть? Ну, давайте казати про Україну і Харків, звичайно. Ну, давайте я вам тоді приведу, Філіп, ВОЗовскую статистику. ВОЗ – это Всемирная организация здравоохранения. Так вот, по ВОЗовской статистике распространенность среди неинфекционных заболеваний, именно эндокринных болезней, на 3-м месте в мире, после сердечно-сосудистых и онкологических. Конечно же, прежде всего, это за счет сахарного диабета, за счет патологии щитовидной железы. Немалую роль и удельный вес занимают здесь и другие заболевания, в том числе и, как мы их называем, орфанные, редкие заболевания. Может, они и редкие для статистики, но за этими цифрами стоят конкретные судьбы людей, их жизни, их семьи. И поэтому это не уходит от нашего внимания. Мы стараемся заниматься и этими, не только самыми распространенными патологиями и лечением их осложнений. А що харківські пацієнти місцевих? Хоча я розумію, що ви приймаєте не тільки наших пацієнтів місцевих, знов-таки повторююся, а от в Україні. А які захворювання ендокринної системи на першому місці? Які вражає органи? Среди эндокринных заболеваний, конечно же, на первом месте сахарный диабет. На втором месте заболевания щитовидной железы. Вот, они особенно выросли там последние 2 десятилетия. Ну, мы знаем отчасти причины этого роста. Вот, до речи, действительно, а с чем это повязано? Вот такие всплески и диабету, и... Ну, здесь несколько причин тому. Конечно же, то, о чем говорят все и всегда, о том, что это последствия Чернобыльской катастрофы, и этого нельзя отрицать, это действительно так. И до сих пор чуваем. Конечно же. Это и лучшая выявляемость. Ставилась задача и всегда стояла перед медиками, это раннее выявление заболеваемости, в том числе и прежде всего эндокринной, это как эндокринологи мы говорим. И поэтому участились профосмотры, это то, что делает, кстати, и наш институт. Участилась такая, знаете, активная выявляемость. Ну, к примеру, пришел больной с жалобами на заболевание щитовидной железы. Но мы обязательно этому пациенту берем сахар крови или гликозилированный гемоглобин, о том, чтобы проверить, а может у него еще есть и другая патология. Или тот же кальций. Сейчас тоже это, в общем-то, известно о том, что страдают около щитовидной железы, и не только у пожилых людей, как это было принято раньше, но и у молодежи. Или же тот же витамин D. То есть мы стараемся комплексно подойти к любому больному, чтобы как можно раньше, если у него такая патология есть, выявить ее, чтобы он об этом знал, ну, естественно, принимал уже меры. Хочу вам еще одну ВОЗовскую статистику привести, вот как раз по теме. Установлено, что в таких вот странах с таким развитием, как Украина, на одного выявленного больного приходится 3-5 невыявленных пациентов. То есть это о чем говорит? Что профилактика, так? Да, что не все жителі знають о своїй заболіваємості, а її потрібно активно виявляти. От два моменти, до речі, знов таки, ви майже мене випередили, хотів спитати таке, багато лікарів, багато професій, напрямків, скажімо так, скаржаться на те, що люди дійсно не займаються профілактикою. Ну, будемо відверті, у нас в Україні запустили цей напрям, будемо так казати, і люди із різних причин, у когось не вистачає дійсно грошей, у когось часу, хтось думає, що, щось там десь колить чи болить, потім прийду до лікаря, а коли приходить, то виявляється, що треба було раніше це робити. Так от, як зрозуміти, що людині повинно звертатися саме до лікаря-ендокринолога, а не до якогось іншого? Які ознаки повинні бути? Филипп, конечно, мы можем сейчас об этом поговорить, и наши телезрители запишут все симптомы, которые мы сейчас им продиктуем, но это, это есть, наверное, не совсем правильно. Да, есть какие-то такие, четкие симптомы, которые уже говорят о том, что нужно посоветоваться с доктором. Ну, в частности, при сахарном диабете, там, жажда повышенная. Ну, тут, мабуть, зрозуміло, якщо діабет, то до ендокринолога треба йти, так? Ну, да. Ну, да. Вот. Заболевания щитовидной железы очень часто проходят малосимптомно, и для многих пациентов они являются, как уже, знаете, случайная находка, как такой неприятный сюрприз. Это, прежде всего, касается узловых образований щитовидной железы. Любой узел, он расценивается онкологами как предраковое состояние, либо же состояние онконастороженности. И чем коварны эти состояния, эти болезни от щитовидной железы, тем, что они себя клинически практически никак не проявляют. И больной годами, десятилетиями не знает о том, что у него есть вот такое, ну, будем говорить, заболевание, которое может вылиться в нехорошие вещи. Не думаю, что нам нужно сейчас заниматься вот именно перечетом. Звичайно, детально ми не будемо зупинятися на цьому, це зрозуміло. Просто, знаєте, я до чого спрашиваю, це, я вважаю, немаловажна річ, тому що, знов таки, багато хто вважає, наприклад, що хвороби виникають через, там, я не знаю, через наше повсякдення, тому що ми ведемо неправильне життя. Якось не так, щось не те їмо і таке інше. Хтось вважає, що через те, що у нас дуже забагато стресу впливає на нас, і ми нервуємося і таке інше. А я читав, знов таки, що деякі ваші колеги вважають, що треба слідкувати за правильною роботою гормонів і таке інше. Що скажете на цю тему? Будь ласка, треба вас підключати до розмови. Ну, говорить о том, что надо подключать, чтобы гормоны работали правильно, это, наверное, ну, такое не совсем. Факторы риска развития эндокринных заболеваний, их очень много. Прежде всего, это избыточный вес, то, что... К сожалению, это бич нашего общества, это питание, это снижение физической активности. Но все мы не будем... Ты про что только еще, до речи, сказал, так? И это очень большой фактор риска. Это фактор риска развития того же сахарного диабета. И почему поздно иногда мы выявляем? Потому что пациенты считают, что если у него плюс 20 килограмм лишнего веса, то это совершенно нормально, он так живет уже много лет. Но в этом отношении, конечно, большое значение и большую роль играют врачи первичного звена. И в нашем институте вот на протяжении нескольких лет у нас были такие разработки научные совместно с нашими коллегами из городского департамента, из наших городских амбулаторно-поликлинических учреждений, с первичным звеном о внедрении программ скрининга. Прежде всего, это на раннее выявление сахарного диабета или нарушения углеводного обмена в группах риска. Группы риска это могут быть люди с избыточной массой тела, это с кардиологической патологией. Также программа скрининга разработана в отношении заболеваний и щитовидной железы в том числе. И вот вы говорите, как надо у человека знать, что надо идти к эндокринологу. Прежде всего, это, конечно, врач-терапевт, семейный врач должен проводить этот скрининг. А мы должны уже заниматься диагностикой более подробной и, собственно, лечением. И вот сейчас у нас новая еще есть, уже второй год, мы разработали программу скрининга, в том числе и не только таких общепринятых, ну, или часто встречающихся заболеваний, но и редких. В частности, это заболевания патологии гипофиза на предмет раннего выявления опухолей гипофиза. И вот у нас уже более 10 лет на базе нашей клиники существует нейроэндокринологический центр, который мы, кстати, он был тоже первый в Украине, по инициативе Юрия Ивановича был основан в 2009 году. И мы занимаемся нейроэндокринологией. То есть это опухоли гипофиза, это редкая патология такая орфанная. Это, например, как акромегалия. И если мы 10 лет назад у нас было известных больных 6-7 человек, то сейчас... На Харьков, так? Да, то сейчас в Харькове, Харьковская область, это уже у нас 38. Ну, в той или иной степени ремиссии или в той степени активности процесса. И, кстати, вот 1 ноября отмечается Всемирный день борьбы с акромегалией, и наши пациенты регулярно, они к нам приходят уже за помощью, мы занимаемся ими. Вот сейчас тоже в рамках нашего съезда пациенты просят нас опять собраться, они общаются, ну, это как общественная организация пациентская, а наша задача, мы помогаем их в лечении осложнений. И я считаю, что это тоже большая заслуга и врачей в том числе, и не только лечить часто встречающиеся заболевания. Также еще направление одно, которое вот очень активно развивается в нашем институте, это лечение заболеваний надпочечников. Это тоже раннее выявление, тоже скрининг. То есть это пациенты, которые долго и упорно лечатся по поводу повышенного давления, допустим, артериальной гипертензии. А потом вот есть определенные... не очень сложные исследования, которые, ну, доступны вполне сейчас. Это мы выявляем патологию надпочечника, выявляем какие-то опухоли надпочечников. И вот в отделении, в хирургическом отделении нашего института уже активно проводятся очень технологически сложные операции, не открытым доступом, а лапароскопически. То есть малоинвазивные операции тяжелой эндокринной патологии. У нас пациенты выписываются уже, ну, через неделю после операции. А если это делать по старинке, открытым доступом, то это очень травматично, очень опасно в плане осложнений хирургического вмешательства. И таких операций у нас с каждым годом все больше и больше. То есть если начинали с 10, то сейчас уже больше, ну, до 50 операций в год. А с чим це, до речі, знов-таки пов'язано? З тим, що з'явилося більше можливості виявити ці хвороби? Чи вони ростуть із, знов-таки, в связку с чимось, не знаю, с неправильным житием? Сложно сказать, но я думаю, что вот это вот внедрение программ первичной диагностики, первично на ранних этапах, оно позволяет выявить эти заболевания еще на этапе неразвития тяжелых осложнений. Тяжелых осложнений. В общем-то, тот же сахарный диабет. Непосредственно от диабета, там, от острой ситуации, к счастью, умирают очень редко. Пациенты, смертность высокая из-за осложнений. Почему? Потому что диабет мы иногда выявляем там, через 10 лет после первых признаков. И когда уже пациент там, ходить не может, вот тогда он уже... Ну, это, к сожалению, так и есть. И поэтому это диагностика лучше, это лучшая информированность врачей первичного звена о такой патологии. И наш институт, и наши сотрудники очень... активно выезжают в другие регионы. Вот наши области, которые институт курирует, это Днепропетровская, Запорожская, Сумская, Херсонская, Николаевская область, и наши специалисты Донецкая, Луганская, и наши специалисты выезжают и с такими блиц-консультациями, и выступают с лекциями, и мы сотрудничаем и с кафедрой эндокринологии Академии последипломного образования, и эта работа, в общем, ведется, и мы стараемся выявлять. И больных у нас, к сожалению, с каждым годом все больше и больше. Ну, тут багато що впливає на це, дійсно. Як ви сказали, починаючи від діагностики ранньої, це добре, звичайно. Але все ж таки, знов повертаємося до того, що ну, зараз у нас такий час, що не завжди вдається вести правильний образ життя. Тобто уникати і стресів, і займатися... Нагружати себе фізично, будемо так казати, займатися спортом и таке інше, и таке інше. Спортом, может быть, не обязательно, но вообще считается, что если человек проходит 6 километров в день пешком, взрослый человек, так, то это вполне достаточно для того, чтобы поддерживать себя в форме. Не треба знущатися над собою і бігати кожен день по 10 кілометрів обов'язково, хоча б ходити. От, до речі, і порада. А знаєте, я хочу... Не слідують, як говориться, тезис, не слідують укріпляти здоров'я, його потрібно зберігати. Точно, не можу не погодитися. Знаєте, хочу ще ось про що спитати. Десь, ну, мабуть, з 10 років тому назад, я можу помилятися, мені здається, що десь так виявилося, що у українців великі проблеми із присутністю йоду в організмі, що, звичайно, також впливає на наше здоров'я, і тому радили якось там купувати продукти, де йод є. От сіль йодована була. Що зараз з цим? Як ситуація? Нормально все? Ситуация, сложно сказать, какая ситуация, потому что йод, в основном, микроэлемент йода поступает в большей степени с водой, немножко с пищей. Но мы в последнее время все пьем воду фильтрованную, бутилированную и так далее, и поэтому такие эпидемиологические исследования проводились достаточно давно. Ну, пожалуй, Юрий Иванович, лет 10 не, точно. Даже больше 10 лет назад. Поэтому какая ситуация сейчас, да, в плане йодонасыщенности, но все же сейчас у нас, большинство, можем говорить, 80% населения, они пользуются интернетом, читают всякие новости, покупают витамины и так далее. Поэтому тут возникает другая проблема. Сейчас может быть даже передозировка йода, и это ведет, в общем-то, наряду с... другими там нарушениями метаболизма, тут же ожирение, тоже нарушение углеводного обмена. Это ведет к развитию такого заболевания, как аутоиммунный тиреидит, к большему образованию узлов щитовидной железы. Вот еще причина, почему патология щитовидной железы не уменьшается с каждым годом, несмотря на йодную профилактику, которая проводится, в общем-то, достаточно повсеместно. Но и наш регион, в общем, никогда, Харьков, город Харьков никогда не считался эндемичным, то есть он относительно спокійний, будемо так казати. Ну, ви знаєте, що, до речі, ви дійсно праві в тому, що багато хто сидить в інтернеті часто і знаходить майже на всі свої питання відповіді. Тут краще обережніше ставитися, і якщо ви вирішили здоров'ям зайнятися в інтернеті, знайти відповіді на якісь питання, які вас хвилюють із здоров'ям пов'язані, краще до лікарів звертатися, мені здається, ніж до інтернету. Я дуже вдячний вам за бесіду, успіхів вам у вашій роботі. Нагадаю, що говорили сьогодні ми про те, що Інституту проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського, який і заснував цей інститут, виповнюється 100 років, і розмовляли ми з директором інституту Юрієм Караченцевим та професором, доктором медицинських наук Оксаною Хижняк. Отже, найголовніше – не хворійте, бережіть себе і всього вам найкращого.